Всем привет, дорогие друзья! Это канал Game World, с вами Артём, и мы продолжаем прохождение игры Final Fantasy 15. Так, я раздобыл все же, да, мясо. Вот как только второй раз взяли задание, пошел, убил его, и мне выпало с него мясо. Я даже прикончил вроде его с помощью раму. Да, призвал его, он нам помог. Так, стоп. Да, выполнил еще 3 квеста. И вот то, что мы взяли задание, то есть вот второй раз выполнили его, нам за это не дали очки прокачки. Поэтому как бы смысла нету, есть только деньги заработать. Вы принесли то, что я просил. Да. Стейки любите? А то. Знаете, последние 2 задания, они были не от Сида, а лично от меня. И я хочу вас отблагодарить. Ну, ладно. В вашу честь, я создам новый рецепт, как символ глубокой признательности. Я польщен. Ну ладно. В следующий раз обязательно его закажите. За счет заведения, я надеюсь? В общем, да. Это вам за охоту. Ну, в принципе, ладно, как бы. Да, замечательно все. 3000 опыта. Нормально. 3000 опыта. А, так, лук, имбирь. Так, заданий у него больше нету, то есть это было финальное. Так, давайте посмотрим, еда. 2600 гил. Позволяет бегать, не расходуя выносливость, увеличивает максимальный ОС на 1000. Но... А, ладно, у нас 100 тысяч. Сейчас приду. У нас 103 тысячи. Да, как бы. Хе, прощай, желудок. Да, мы набрали себе, кстати, уже 55 уровень. Мы не прокачались? Я смогу приготовить это в лагере. То есть, погодите, все, что мы жрем в кафешках, он может приготовить в лагере? Слушайте, а это хорошо. Ну да, по монстрам... Стоп. По монстрам здесь осталось только бегемот. Но он на 6-м. У нас пока 18-40. Вот, я, конечно, надеюсь, что мы наберем себе максимальный уровень. Так, еще я сбегал не на запись, а в гараж. Где тут у нас Синди? Синди. Вот, я сбегал вот сюда, да, в подземку. Нашел там деталь. Это было геморройно, я не знаю, я час там бегал. Рецепт в твою честь, да? И еле-еле нашел. Какой ловкий способ отблагодарить человека без лишних затрат. Вот, это было реально геморройно. А, вот фары искали мы. Да? Вот они. Там было куча демонов, и кого только не было. Ну, это жесть была. Фары или нет, дело, конечно, ваше, но ради меня опробуйте их разок, а? А что в них такого особенного? Очень мощный свет. Он такой яркий, что демоны разбегаются, поджав хвосты. Вау, круто. Потрясающе. Ага. Вот бы у всех такие были еще до того, как инсомния возвела стену. Это было лет 20 назад. Ночью. Тут проезжала машина, и вдруг появились демоны. Я своими глазами все видела. Никогда не забуду. И с тех пор все думаю. Будь у них такие фары, они бы сейчас были живы. Да. В общем, захотите попробовать? Короче, ладно, фары фарами, а 3000... Задание новое появится или фары это последнее? Да, фары это последнее, что мы можем поставить на нашу тачку. Но также мы можем прокачивать машину. Да, поэтому по фару... Так, да, давай фары. Хотя, как бы, ну, не знаю, видимых улучшений нет. Да, тачку. Покрасил зеленый, да, расшаманил ее немножко. Так, давайте посмотрим, что у нас по заданиям есть. Да, кстати, нам надо пушки забрать. Ну ладно, это я не на запись делаю. Каналы Крис Холма. Так, исследую каналы Крис Холма. Опыт. Зачем? Я ж там был уже. Ну ладно, пойдемте разведуем. Я там более-менее уже разобрался, поэтому это будет несложно.
Минусы это демоны, и плюсы это, если облутать весь лабиринт, точнее всю канализацию, можно найти кучу классных штук. Так, и посмотрим, куда нас сейчас... Ну, демоны, там минус демонов в том, что, во-первых, они сильные, а во-вторых, от моего оружия они лечатся. Ясное небо. От магии они всей моей лечатся. Отлично. Ну и, естественно, инсомневские солдатики. О, инсомневские эти, имперцы. Да, куда же без имперцев. Бой будет быстрее. Вот и приехал. Ха-ха! Тихо! Ну вот и все. Так, да, нам вниз надо. Сейчас я вам покажу, где здесь пройти. Еще бы вспомнить. А, нам внутрь надо зайти на блокпост. Да, и спуститься в подземелье. Ну, точнее, не подземелье, а канализацию. Да, здесь опасно, сразу скажу. Монстры там 40+. Ну, слизняки, в принципе, не страшные, но от моего оружия они лечатся. Там надо, как я понял, использовать двуручку. Либо ребятам дать с ними разобраться. Да, вот такой вход подземелья. Канал Крест Холма. А внизу нас ждет в самом гигантский змей. Я его вынес, в принципе, с первого раза. Хотя случайно вышел из зоны, и поэтому... Ну, в принципе, он несложный. Самое главное, это демоны. Я не знаю, чем их бить, огнем или чем. Так, ну, мы тут уже были, поэтому карта у нас как бы есть. Да, канализация, всегда мечтал. А, не знаю, будут ли сейчас появляться демоны. Мы тут не были пару дней. Ну вот здесь должны появиться, если будут. Нет, смотрите, демонов нету. Это означает, что да, мы прошли канализацию, и они здесь не появятся. Так, теперь бы нам... А, стоп, мы срулили вроде не туда. Стоп. Вот эти вот его перепрыгивания пару раз мне заставили навернуть гигантский крюк здесь. Также есть здесь какие-то переключатели. Ну, в принципе, сути я их не знаю, потому что я пробовал нажимать. Два нажал, но ничего не появилось. Так, 100 с чем-то метров нам бежать. Хо-хо-хо-хо-хо. Нифига себе. Ну, хотя да. И также здесь будут колбы для пополнения маны. Но они выглядят вот так. Да, то есть у нас теперь магия заполнена вроде на максимум. Сейчас можем что-то создать. Да, создавать можно, то есть обычные зелья. То есть вот мы можем взять его и создать без катализатора. То есть катализатор нужен здесь чисто для того, чтобы вы могли усилить свою магию. Да, дополнительные какие-то чары ей дать. Вот, то есть... Больше катализатор здесь ничего не нужен, ни для чего. Так, срыв уровень 8. Кстати, вот ржавая деталь, срыв уровень 8. Так, вот смотри, случайным образом срабатывает или не срабатывает. Да, так что будьте внимательны. Ржавая монетка дает опыт, мифриловый штифт нам не нужен. Вот, красивая бумага, без затрат маны. Иногда не расходует заклинания. Вот, да. То есть, как бы, заклинание будет расходовано, но мы не получим ничего. Так, опыт нам не нужен. Так, что у нас? Вот еще чего-то. Чешуя солнечника. Ну, блин, 195. 4 штуки. Ну, давайте создадим, че бы нет. Не, спасибо, я пользоваться не хочу. Просто сохраним, у меня и так есть. Да, поглотим остальную ману. По факту, там дальше можно прокачаться. То есть, нам надо всего тратить где-то... побывать в двух лагерях, и все. И у нас полностью будет заполнена мана. Это, с одной стороны, шикарно. А с другой стороны, не очень. Так, мы как бы пришли, но... Но не сюда, да.
Так, где-то здесь была лестница. А, нам надо подняться повыше. Да, вот тут лесенка есть, и можно отсюда слинять, скажем так. Но вот... Оп, стоять. Да, то есть как бы... Вот лестница, но... Выход я здесь так и не нашел. То есть если мы спускаемся вниз, по факту, нам пишут, что нам 70 метров вот туда. Да, то есть мы можем подняться вот здесь. И все. А вот дальше я не знаю, куда тут подниматься. Вот тут пишут, что нам еще ниже... Так, одолейте врагов в самой глубине подземелья. Да я как бы тут всех одолел. Вот, и здесь тупик. То есть, куда дальше отсюда, я не понимаю. О, блин, да ладно. Тут можно пройти? А я этого не замечал. Лучше не падать. Я раза 4, короче, залазил, искал и не мог найти это вот это место. Блин, слушайте, ну да. Вот я жестко тупил. Ладно, а вот тут сейчас что-то откроется новое. Ну, в смысле, новое место. Так, тут заныкано ничего нету. А смысл нам был сюда залазить? А, ясно. Трубы. Тихо. Да дай, залазь, что ты? Ну, иди. Если бы на нас сейчас напали демоны. Это что за 4 ключа? Сосредоточимся на том, что делать. Так, 4 ключа, я не знаю, что это. Подождите, 4 ключа. Помните, в некоторых подземельях нам нужны были ключи. Слушайте, а если это они? Так. Молодец, поздравляю. Мы здесь не были. Так. Сейчас я им врежу. Только не слишком увлекайся. Так, ну это так себе монстры. Это все... А, нет, смотрите, эти сильные. Даже 39 уровня. Да ё-моё, вы чё? Да дайте мне отпор им дать. А вы где, придурки? И не планировал. Так. Промто, давай, хоть ты пальни. Слава богу. Так. Жесть. Здесь есть лестница. И какие-то ключи где-то. Не знаю, какие-то здесь ключи есть, типа пишут. Но пошли, зайдем. Нет, здесь я еще не был. Не довелось, да. Ну ладно, это для меня новая часть этого подземелья. Лестница найдена. Нифига себе. Так. Охренеть! Тихо, тихо, тихо. Ну вы чё там? Где? Давай. Пацаны, помогай. Это гигантская слизнявая сопливая хрень. Так, тихо. Эликсир. Мне надо восстановить здоровье и ману. Тихо. Гладио, давай. Да вы чё там тупите-то, а? Ой, он меня сожрал. Он меня сожрал. Чёрт, я сейчас сдохну.
Пей зелье быстрей! Или мы вот-вот сдохнем. Ну да. Давай, подбирай. Автопереключатель? Ну-ка, это что такое? Не было, я такого еще не видел. О, стоп. О, крохотный меч. 198 урона. Ну, судьба, судьба, да. Замечательно. А, у этого был холод. Вот почему мы огнем-то били. Точнее, холодом. Здесь огнем, понятно. Так, ну, железный наруч сотку дает, фигня. Так, прицел. Так, этот аксессуар специально для промта. Заметно увеличит атаку в бою с маленькими противниками. Нет, спасибо. Ну, такой себе амулетик. Да, нашел амулет на что-то там, на 1000, что ли. Так, я еще не знаю, куда мы идем. Честное слово. Для меня это все в новинку. А, типа мы тут тупо выбираемся и все? Но нам пишут, что нам вниз. А внизу там ничего нету. Странно. Ну, мы сейчас еще погуляем тут. Может, я еще что найду интересного. Генератор! Погодите. Не теряй надежду. Ох, как же я устал. Задвижка? А, подождите, а помните ту дверь, в которой мы... которую мы открыть не могли? Я, получается, активировал 3 рычага из 4. Ну да. Я же Ноктис, мне пофиг. Вот здесь будет змея, да. Как только вы свалитесь, здесь будет гигантская змея, так что приготовьтесь. Она вас покромсает. Прям причем хорошо. Хорошенько покромсает. Так что будьте осторожны. Запаситесь зельями и всем таким прочим. Так. Значит, нам надо куда-то вот сюда, да? 85 метров пишет. Куда-то вон туда. Но мы были уже здесь, да, нам осталось только... Вот, с ключами как раз. Наверное, вот этот последний ключ как раз-таки от этой самой двери. А канал Крест Холма... Я не знаю, может, мы здесь сейчас, кстати, гробницу найдем. Это не факт, конечно, но я на нее рассчитываю. Я бы, наверное, даже гробницу нашел не на запись, если бы вот этот проход вдоль стеночки увидел. Реально, потому что я залез, и все. Я ни лестниц, ничего не видел, и думал, что все, это как бы финиш. И поэтому, как бы, совсем не ожидал того, что здесь может что-то еще быть. Вот ты бы еще бы попрыгал или пробежался. И вообще, мы идем по сырой трубе в канализации. Почему мы не соскальзываем, не падаем вниз? Да, смотрите, все 4 ключа открыты. А там может быть что угодно. Но я надеюсь на... А, да. На таб мы сейчас нажать не можем. К сожалению. Ну ладно. Ну давай, 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 заходи. Так, карта. Да. Все правильно. Открыто. Да. Значит, можем... Ого. Так. Один из боссов. Ну, кстати, в подземелье не сработает раму. Ух, нифига себе. Вот это дичь. Охренеть, косарь 900. Так, стоп. Какая карта? Снаряжение, Ноктис. Так, максимальное что у нас? Вот, 523. Начинаю с...
Ни хрена себе, это мы его подожгли или что? А, мы лечимся? Я только хотел отбежать, я так и знал. Мега-зелье. Я примерно что-то такое подозревал. Охренеть, слушайте, да это что за жесть-то? Откуда у него такой хвост длинный? Гладио, давай! Гигантский дракон. Поражение, да. Выпьем зелье. Блин, я просто увернулся. Это жалко, что я просто увернулся. Я рассчитывал на большее. Давай, еще одного Гладио. Отлично, Гладио. Так. Все в норме. У меня все в порядке. Так, у Промта все плохо. Ясно? Тихо. Понеслась. Сейчас мы наваляем этой ящерице переростку. Давай, прямо здесь. Готов. Почти, давай, Гладио, добей его, красиво. Свисающие усики. Вот и все. Так. Мы их добили. Охренеть. 7000. Я не думал, что здесь будет такая жесть. Реально, это... Это за гранью моего понимания. Я... Вот я в первый раз сюда не дошел. То есть теперь понятно, что я упустил. Так, давайте-ка осмотримся. Может быть, здесь что-то еще есть полезного. Хотя нет, если бы что-то было, оно бы подсветилось. Так, ну и по факту здесь лестница. Ну пошли. Так, ну это конечно, блин, это жесть. Кстати, вот у нас уже задание — сесть на корабль. Ну, я не знаю, вернемся ли мы сюда. Вот это... Ну, вроде как должны, по идее, вернуться. То есть, по факту, можем спокойно... Да, ну, во-первых, можем спокойно вернуться к началу, потому что, ну, здесь больше ничего нету в этой канализации. Ну, конечно, вот этот змей, это меня прям порадовало. Да, ну, змей, конечно, шикарен. Так, давайте карта, вернемся к машине сразу. Не будем тут задерживаться. Фух, ну змей, конечно, шикарен. Холодно, погода портится. Так, задание, что у нас осталось? Ну, у нас остались мечи, потом и кровью. Кстати, оттащить под тебе. Точно, автоматический режим. Место задания, давайте сейчас мы ему оттащим. У нас 103 тысячи гил, и это не факт, что... Ну, это само собой мы заработаем еще больше, если, конечно, сейчас все зелья не прострем на какую-нибудь фигню. Да, то и не придется нам зарабатывать еще. Да, убил еще грифона одного. Набрал с него две грудки грифона, получил. В принципе, ну, такой себе. Как же тут красиво по ночам. Вот. Ну, в принципе, это больше ничего такого не было. Ну, конечно, дракон серьезно? Меня реально поразил. Я не думал, что он может быть настолько крут. Что он вообще там может быть кто-то, кроме змеюки, в которой мы упали. Я даже не думал, что там... Ну, да, я сплоховал и не прошел подземелье до конца. Поэтому, естественно, не встретил это гигантское чудовище. Но это полезный опыт. Да, по факту
Оруженосец у нас хорош, но надо его больше, надо больше прокачивать. Чтобы найти какие-то ключи, я не знаю. Как-то открыть эти двери. Да хватит ты со своими фотками, а уже надоел. Да, у него 10 уровень, все, он максимальный. Теперь он... Больше от него мы фоток не увидим. Задание? Должен выйти на славу. Будет жаль, если его не удастся сделать. А, да, десерт, точно. Угу. Но пока... Фигово все с десертом. Надеюсь, камень тоже последний. Вы вернулись? А ты что же, не рад нас видеть? Да ну вас. Рад, конечно. Просто поверить не могу, что вы вернулись так быстро. Да еще с добычей. Вот, вам понравится. Не верите? Посмотрите сами. Ну-ка, что ты хоть сделал-то нам? Кроме 2000 опыта. Да, опыт теперь рекой течет вообще просто. Шикарно, мы качаемся быстро. Рубиновый браслет. Да задрал ты своими рубиновыми браслетами. Слушайте, ну чё вот он такой тупой? Чё он нам нормальную вещь какую-то дать не может? Да, у нас, кстати, браслетов вагон, надо попродавать. Да, 50 силы. Очень-очень нужная вещь. Так. Ну, в принципе, оружие мне не нужно. Надо что-то поставить себе. Ну, вот 9 заклинаний у нас есть. Давайте их поставим. Привет. Хорошо выглядишь, принц. Ты ведь мне поможешь? Да, ты же не отвечаешь. Короче, ладно. Да, не будь, пропустим. Просто он хочет, что ему камень нужен, и все. Но, черт возьми, все-таки лучше надеяться на лучшее. Удачи, принц. Опять какой-нибудь камень ему достать надо. Войти в башню Кослмарка. Серьезно? А, вот это напряг. Напряг в плане башни Кослмарка. Туда можно зайти ночью. Нет, с меня хватит на одну серию такого жестяка. Там демоны крутые. А, блин, не знаю даже. Ладно, давайте вот сюда поедем. И, кстати, еще с лягушками надо разобраться. А, ну, то есть, надо еще одно задание. Взять там у нас два знака вопроса наверху. Надо вот взять одно из этих двух заданий. Давайте пока в автоматическом. Найди, отдай. А, подожди. Осади секунду. Нам надо туда попасть, в маяк. Я не хочу так ехать. Давайте попробуем. Так, автоматический режим, место задания. Да, смотрите, сюда мы можем доехать. Он тормозит в любом случае на том же месте. Скорее всего, на маяке есть подземный туннель, где есть корабль. Но пока что нам нужно забрать себе оружие, которое мы нашли, и прокачать его. Да, стоит она всего 1 гил, так что не вижу смысла никакого его продавать. Потому что 1 гил нам погоды не сделает. У нас перемещение стоит 10. То есть нам нужно найти 10 оружий, которые можно улучшить, чтобы получить, чтобы отбить одну телепортацию. А оружие мощное, оно прокачивается. Ну, естественно, у каждого оружия свои плюшки. Ну, в смысле, свои бонусы. Так хочется попробовать, как готовит перец. Будем считать, что я ничего не слышу. Да ладно тебе. Когда для тебя готовит девушка, это совсем другое. В смысле некоторые усыпальницы не влют суся? Пацаны, вы что творите? Вы мне всю малину портите. То есть это не все? То есть мне надо на другой континент ехать, чтобы найти остальные усыпальницы? Слушайте, ну это облом. А, так, задание там, у дома. Это реально облом. Нет, это жесткий облом. Я-то думал, что мы усыпальницы здесь все найдем, а туда уже отправимся, будем мочить всех. А... Оказывается, нифига подобного. Облом, облом. Жесткий облом. Ну ладно. Привет, сеструха. Задание у нее есть. Привет, Ирис. А, привет, Нок. Как дела? Ой, ну ты знаешь, как обычно. Букет. Нок хочет вручить тебе небольшой подарок. Кто?
Подарок от Нокта для меня? Вот. Нокт, он мне так нравится. Спасибо. Ты такой милый. Ну, подарок так ее обрадовал. Парень вообще в смущение, в краску ввели. Он даже не понимает, что происходит. То есть, подождите, это... Мугл-амулет еще один? Да нахрен он нам нужен-то? Привет. Так, ухаживать за домом, рассказать, что происходит. Вы уже лифт видели? Он спускается прямо в дом, где корабль. Понятно. Так, Нокт, у нас радость. В огороде уже можно собирать урожай. Ну что, Нокт, попробуешь себя в роли огородника? И что мне надо делать? Выращивать овощи, конечно. Их можно есть самому или продавать. Ладно, а что мне делать? Все начинается с семян. Вот, возьми эти. Так, на огороде Ирис вы можете выращивать овощи, точнее, редкую каэмскую морковь. Поскольку Ноктис ее на дух не переносит, Игнис не может использовать ее для приготовления блюд. Так, ты чё, оборзел, в хату зашел без меня? А у кого еще задание? Шел вон. А? Что это? Ну-ка, так, отойди, рассоситесь. Что там внутри? Может, ну ты знаешь. Так, ладно, по барабану на это задание, пошли посадим морковку. Да, и здесь мы, кстати, за эту морковку выручим... вот здесь мужичок должен стоять. Торгаш. Да, вот, грядки. 7 семена. Через день придем, и все вырастет. Семена посеяны. Загляните на огород на следующее утро. Да, собери урожай, когда он созреет. Пошли пока заберем пушки. Да, и потом эти морковки можно продавать, то есть обменивать на различные семена. Как раз таки на те самые семена, которые нужны для одного из блюд. Так, привет. Будьте готовы к большому сюрпризу. Да, улучшенный моторный клинок. 2, замечательно. Моторный клинок 3 уровня, замечательно. 2000 опыта, блин, слушайте. Улучшен биобластер. Да, мы... Биобластер. Смотрю, у нас тут новоиспеченные любители техники. Так, да. Улучшен моторный клинок 3. Найди, отдай прочный. Так, отдать. Давайте оружие, и я приму. Автоарбалет отдали. А я в тот раз его не отдал, и вот поэтому. Да, отдать. А, пожалуйста, снимите оружие, которое вы хотите улучшить. Что, расслабились? Так, снаряжение. Игнис. Исходное копье. Вот тебе. Оно 161, но тебе пойдет. Промто. Нет, стоп. Дополнительно. На тебе биобластер. У него урон теперь 300. Теперь да. Вот, наслаждайтесь мощью. Ну нет. Ну так нельзя. Блин, я не могу его... обменять. Что за фигня-то, а? Ну ладно, хрен с ним. Пойдем копьем, блин. Так, давайте по карте посмотрим, кто нам предлагает вот это задание. Так. Талкот. Малой? Серьезно? Малой, иди сюда. Так, ты кто? Я не знаю, кто ты. Талкот. О, что ты хочешь? Давай сфоткаемся на фоне маяка, и чтобы ветер в волосах, как супермодели на пляже. Ладно. За это опыт дают. Ладно, пусть будут супермодели. Круто, супермодели на пляже. Отправься к месту фотосессии, сейчас. Секунду. Привет. Ну как? Здесь столько всего из... Инсомния не сразу строилась, но пусть растут. Так, может, на втором этаже задание? О!
Наклейка с гербом королей Люциуса. Интересно. Так. Я вижу кусок морковки. А, нет, это не кусок морковки, это маленький человечек из кактуса. Так, ага, не открывать. Может, ну ты знаешь. О. Так, что за... Походу это глюк. А, нет. Нет, это... и пику свою нам одолжила. Если она не враг, то союзник из нее был бы цен. Союзник. Ну, хорошо звучит. Да, кто-то, как обычно, влюбился. Ладно, фиг с этим заданием, скорее всего, глюк. О, там кто-то что-то делает на моем огороде. Слушайте, маяк выглядит шикарно, реально. Ну... О! Кроме Гладиуса. Так, кто-то батрачит на моем огороде. Ну да, семена пока не зашли. Ладно, пойдемте дальше по заданию, в принципе. Ну, по факту у нас по заданиям остались, ну, вот такие вот улучшения. Кстати, садоводская... Ага, вот, это вот что ей надо. Семена, ну пока да, пока нету семян. Стоп. Вот, у кого можно семена эти получить? Так, жетон тебе отдать надо. Тебе что-то добыть, тебе сфоткать. Ну это отнести. Рыбка. Бесценное сокровище. Ну, изумрудный браслет опять он нам даст. Угу. Парень прям не понимает, что он бесполезен, да? Ну ладно. В общем, да, тут надо много всяких глупых заданий выполнить, но это мы выполним. Выполним обязательно. А, так, срок чокоба истек. Так, после входа, выхода в море открытый мир будет временно недоступен. А взятие некоторых чокоба вернуться обратно на станцию. Отправиться... Подождите, в Альтисию? Собака! А чё я как свинья выгляжу? Как будто меня, не знаю, меня били. Весь я грязный. Жесть! Так, что там написано? Так, жду тебя в Альтисии. Что это за переписка непонятная? Так, скорее бы тебя увидеть. Готовимся выйти в море. Ясно. Готовимся... Ясно, вот что... А, ну ясно, это же самое тупое и банальное, что можно сказать девушке. Убить ее просто, интерес к тебе. А если она в Альтисии, как псина сюда попадает? А? Мы же как бы это... А, ну... За океаном. О, подглюкивание, как же без них. Так. Сразу же нычка. Смотри, принц Ноктис, даже маршал пришел попрощаться. Бериллиевый браслет. Маршал? О, маршал, маршал, маршал. Привет, малой, пошел вон. Привет. Да засади, маршал, привет. Хочу сказать тебе кое-что. А? Что? Прости меня, что я не спас твоего отца. Я поклялся защищать короля, но мне не хватило сил. Никто и ничто не могло предотвратить случившееся. Да, Сид. Я это понимаю. Да, там был рыцарь очень крутой. А еще пойми, как много ты значишь для своих ребят. Я знаю. Да, за тебя они твоих проблем не решат.
Так, что за сопли? Помни, они тебе не телохранители. Они тебе как братья. И все похожи на грязных свинок. Доверяй. Ну и реально, что такое срач-то? Это нам типа нужно каждый раз где-то в лагере останавливаться, чтобы вот так вот жестко не выглядеть? Так. Вот этот корабль. Ну, я не хочу на него садиться, я хочу тут осмотреться. Это что такое? Так, на РИД 15.2? Нет, нет, это мне не интересно. Я думаю, это кулинарные блюда. Так, ультразелье. Такое себе. Я не хочу уплывать. Вы чё? Мы же сейчас тут кучу всего не сделаем. Мы же кучу заданий профукаем. На вулкан там подняться. Оружия много не бывает. Держи вот это и учись пользоваться не только сталью, но и магией. Да ладно? Чё ты мне даёшь? Волшебный сосуд? Еще один? Серьезно? Ну-ка. Но помни, это сила, разрушающая все вокруг. Для начала ее надо обуздать. Круто. Так, стоп, погоди. Я слышал, Регалии тоже будет пальтище. В смысле? Ты все проверил? Ничего не забыл взять с собой? Я забыл кое-что взять с собой. А мне можно подняться? А как? Подождите. А, понятно, все это, то есть, финито ля комедия. Фига себе, вы красавцы. Даже мы корабль погрузили. А как нам попасть на него? А-а-а! Стоп, а как попасть на корабль-то? Так, ну по воде мы не пройдем. Так, стоп, надо просто в задание зайти и все, наверное. Да, просто в задание. А, нет. А, да, да. Все, давайте тогда пока на этом закончим, потому что поездка будет не 5-секундной, да? Поэтому давайте пока закончим, продолжим уже в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока!